Что есть власти, какие предпосылки ее взлета и падения? Какая она сегодня и кому будет принадлежать завтра? Эти вопросы исследовательница глава юридического отдела, доктор философии в области экономики и писательница поднимает в своей новой книге «Власти и свобода». Как и предыдущие 7, она написана в формате научно-популярной литературы нон-фикшн, которую высоко ценят в Европе и США. Когда произошла революция гидности, я написала книгу о коррупции и уже не могла остановиться. Потом вышла моя вторая книга о коррупции. Потом я поняла, что коррупция связана, знаете, с недостатком свободы, наверное, да. Поэтому дальше вышла книга «Жажда свободы». А сейчас книга, которая называется «Влада и свобода», презентация которой состоится завтра в Одесской национальной библиотеке, она является как бы уже симбиозом вот этих вот всех идей. Вера работает на стыке права, свободы, морали и других, значит, явлений. Она мне понравилась тем, что она очень фундаментальна и в то же время очень так широко обобщает некоторые вещи. Она молода, креативна и, знаете, такого уровня, вот такого масштаба писателей у нас немного.